Нет легких работ в нашем мире. На своей я наслаждаюсь. Итак, устройство для смены голоса работает на славу. Только немного грубоватый. Классный суперской дуперс. Хочешь потрогать их? А может, что-то другое хочешь потрогать, а? А, простушка, повелась! А может быть, ты... правда гей? Да! Время обедать! Все же продам ее. Слушай, ты говно залупа, пенис, херодовалка, хуй, бледина, блядь. Че ты руками делал? Почему не у тебя белая, блядь? А, он же мельник! Че ты смотришь? Иди набей ему эту смазливую рожу. Не слушай Лайл, она это, она не понимает смазливых мальчика. Ничего, ничего. Давай, че, рот раскрыл, иди бей! А, он смотрит. А зачем менять обувь? Иногда грибок может оставаться внутри сапога. О, охуеть! Мыться надо, пиздец! Я нихуя не понял. Ну, брат? Братан? Братишка! Брат, братан, братишка, когда меня отпустят? Накурили меня кто? Хейтеры, суки! Садись со мной на передке, тут есть местечко. Нет-нет, я же все запачкаю. Не переживай, сиденье обито водонепроницаемой тканью. А подогрев под попу есть? Продвинутая модель должна быть полезна хозяину. Ой. Ты уверена в своей продвинутости? Да, уверена. Я хотел бы забрать его себе. Нихуя себе, я охуел. А может, это ты, Дали? Ой. Ты трансгендер! Мужская цепь Арго. Незаменимый аксессуар для современного мужчины. А еще запах. Запах? Полоска тоже пахла тобой. Что? Чего, блядь? Лоренс. Не щупай мой хвостик. Где телка? Что случилось? А сейчас ты посмел вырвать из него волоски, после чего еще и потоптался по нему, к тому же! Пятки овечек. Хочешь по-честному? В таком случае должна отпинать тебя. За что мне это? Я говорю, нет, ржа... Куда девчонки делись? Мы вообще-то не геи! Геи? Ну, вообще-то мы... ну, нормальные пацаны. Типа, реальные. Пацаны? Реальные пацаны. Смотрите этой осенью на ТНТ. Давай, давай, погнали. Ну, меня зовут Колян. Какого хуя? Погнали! Начнем с теста на беременность. Чё? Мы же в реальных пацанах. А нам похуй. С нами негр, нефр. И, конечно же, не въебенный охуенный. Ты вообще-то что-то не очень вообще. Да мне поебать. Теперь мы в беременна в 16. Да ну? Реально, вот тест на беременность, смотри. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел ребенок из живота гулять. Далее? Нет, блядь, уйди, малину поганишь, тварь! Есть предложение. Идите нахуй, блядь, простите. Далее, кто это с тобой? А, это, ну... А хуй получше тебя! Слушай, если хочешь, можем продолжить. Я тебе все разрешаю. Я не могу. Мы встречаемся, но... я играю в Overwatch. Прости. Мне не понять, что это такое. Я Эмма Бой Дед Инсайдик. В этой истории ты главный герой. Кто ты для меня? Понял меня? Он все понял, надо было просто побухать с друганом. Да, проебал, конечно, ну да. Значит, есть много историй о любви между людьми и богами. Если ты этого хочешь, то я не против. Взамен? Будь со мной нежнее. Let's go! Шутка! Да блять.
Совсем нет настроения после разговора с малявкой. О, да, я бы тоже хотел себе фури-девочку. Да-да, дать фури-девочка. Круто. Ебать, волк ведет повозку. Где вы еще такое видели? А если сейчас нельзя? Буду донимать, пока не разрешишь. Вашему мозгу нужно техобслуживание. Отрасти сиськи. Должно помочь. Тут не в сиськах дело. Да ну. Ну да. Women. Самое главное, чтобы ты вернулся. Мое сердце. Твое глупое личико. Лучший подарок. Ебать, она храпит. Тогда, кто я для тебя? Это нельзя описать словами. Держи, дарим. Поздравляю. Теперь ты настоящая Линика. Стоп. Может быть, это тоже был сон? Не думала, что вы настолько милый, Нацуки. Вот бы умереть. Нацуки, какой вы озорной. Блять, Ирина, ёб твою мать. Нет, в следующий раз покупай Эль со своим молодым человеком. Что? Спасибо. Мы с моим другом обязательно еще заглянем. Позволь мне подержать. Удачи тебе, сынок. Ебитесь. Спасибо. Секс. Это я. Привет, Далия. Опять ты носишь свои очки. Ничего. Я нашел свою настоящую любовь. Ой, я изменщик-то, а? Чем же мне Далия не понравилось-то, а? Тобиас, ну и чем тебя не устроила Далия? Эмилия для меня... Если да она очки носила вульгарные! Да и волосы какого цвета были, ты же сам видел! Совсем друг... Мне все равно, она всегда будет моей Эмилией. Да пошел ты нахуй, ты будешь всегда один, сдохни. Однако, не стоит... Самое ужасное в походе — это жара. Ой, блять, и в озвучке тоже. В прошлый раз я съел все твои запасы. Решил это исправить и сожрать оставшиеся. А чем вы питаетесь во время похода? У нас много запасов. Едим полезную и детей иногда. Если... К черным говоришь? Их яд парализирует человека. Негры. Прошу оставить все как есть. Пусть все знают, что я горжусь своей подругой, волшебной мастерицей. У меня нет сил это скрывать. Большое спасибо. Раз так... Я буду френдзонить тебя до конца сериала. Так рада быть крутой сигма-девушкой, ты бы знал. Ой, да иди ты нахуй. Не зря тебя Тобиа скинул. Пойду лучше с ним засосусь. Ведь... Я... Просто... Кроссдрессер. А минусы будут? Поверьте, я отберу у вас все, что вы имеете, Лоуренс. Попався на байт. Я с первого взгляда влюбился в Холла. Сразу. Но учитель сказал мне, чтобы я не смел говорить вам. Иначе вы меня побьете. Хуй тебе, а не деньги, сейчас отпизжу. Врезать хочется. Ты дурак, не бей ребенка! А, ладно. Нужно. Да, мы хотим кое-что узнать. Узнать? Да, я ищу... Какой, блядь, монастырь? Мне кажется, в прошлой жизни Далия была торговым представителем или кем-то там. Потому что, блядь, ну... Такой бред нахуй высекая выдавать. Ну, это надо иметь какой-то бэкграунд, связанный с логистикой, с торговыми поставками, вот с этим вот. Ну, ёбаный ты, блядь, ну... Я заебалась! Слово «заместитель» и слово «председатель» я их ненавижу! Просто ненавижу! Чё, закибербулили тебя? Да, ну я не знаю. Выключи компьютер, хз. Иди нахуй отсюда, давай. Я служу только Господу. Она нас сдаст. Вали её нахуй. Я запрещаю вам срать! Давайте помолимся. О, подождите. Я хочу покаяться. Ясно. Покайся! Покайся во грехе! Пройдём я покажу тебе! Место.
Да благословит вас Господь. Бля, вот здесь я ее понимаю. Плюс донат чисто. Блять, я фурии! Не осуждаю. Девочки остаются тут, а мальчики должны выйти. А Миша дискриминирует фанбоев! Что скажете, председательница Россетти? Ну, я... У меня нет возражений. Я вообще молчу все это время. Ты что творишь? Я храню дневник там. Он ведь очень важен. Не уверена, что смогу все изучить сама. Это-то да, но ведь пролистать книги можно и вдвоем. Да. Пизда. Я люблю тебя. Педофил, что ли? Я честно люблю тебя. Что ты теперь чувствуешь? Ну нихуя себе. А спать у параши ты любишь, нацики? Любишь? Ну да. С тобой на зоне за руку никто не поздоровается. Нет, ты неправильно поняла. Ну так и должно быть. Мы же на свидании. Ты че, педофил, что ли? Целуй пипиську! А? Мы сломаем тебе жизнь! Это чертов скам! Отрезался сам! Ладно, давайте так. Все стоящие — свидетели. А те, кто сидит, тот лох! Не переживай ты так. Это мое единственное обличие человека. Какая жалость. Я предпочитаю более пышные фигурки. Ай, блин! Искренне. Люблю вас, Нацуки. Минутка АСМР, девочки. Бумагу жмякаем. Но, что делать будем? Пора сбегать, если решились. Ну, конечно, решились. Ох, и много ты потеряешь. Кроме своей девственности. А вас за это посадят? Кто знает. Но это и значит иметь душу. Сина. Дамы и господа. And his name is John Cena! Ту-ту-ду-ту. Чего зеваешь, Атри? Не выспалась? Последнее время Нацуки совсем не дает мне спать. Правда? Хватит вводить их в заблуждение. Лоренс. Да. Ты чё, пес, забыл, кем ты работаешь? Ты мой раб. Будешь хорошо себя вести? Покажу свой пушистый хвостик. Погоди, остановись. Такие вещи, ну, в общем, еще не время... Для такого. Прежде нужно разобраться в своих чувствах. Нацуки. Вы прошли проверку партии на наличие предрасположенности к педофилии. Партия гордится тобой. Вот тебе миска рис и кошка-жена. Через 2 недели приедет торжественный портрет Мао Цзэдуна. Блин, почему в человеческом обличье так холодно? Мне от одного вида холодно. Пожалуйста, Лоуренс, будь так добр. Больше не нюхай мои трусы. Ведь я и сам не заметил, что перестал видеть годами мучивший меня сон. С тех пор, как повстречал Далию. Так, кого я обманываю? Тобиас, вот кого я люблю. Вы меня любите? Я... Головка от хуя, блин. Парни видят такую картину и сразу же говорят: «Жена!» Этого хватит. Чудо. Настоящее чудо перед глазами. Она там член вырастила или что? Порно. Именно. Я спасен. Мужчина, опусти стояк. Как ты мог? Подлый капиталистический прихвостень. Я уже отчет в партию отправила, что ты хорошо себя показал, а ты просто пидор конченый! На мне не спите, спускайтесь. Они там точно спать собирались? Не хочешь узнать, на что способен браслет? Сэмпай.
Представь, ты нормальный заводчанин, такой резко пришел с завода домой. И такой, типа, реально. Парные селфи, блядь. Оу, охайо гузаимасу, яметэко дасай. Ай-яй-яй, I'm a little butterfly. Простите, мидл суши. Я все поняла, Нацуки! В общем, если именно этим я могу быть вам полезна, тогда мое тело полностью ваше. Making the mother of all omelets, dear Jack. Can't spread over every egg.